Фокере прыгнули Янку. Ну, давайте машинки, мне надо больше машинок. Что это? Блин, они меня мочат, ребята, они меня мочат. Я думал, уже перед самым финишем пропаду. Все, я хочу домой. Хочу домой, есть. 3 жетона, ребята, так и надо проходить. Всем привет, ребятки, вы на канале Никита ТВ Геймс. Мы продолжаем играть в игру «Машина есть машину 3». И, как вы видите, нам осталось буквально пару уровней, чтобы дойти до нового босса. У нас 46 жетонов, а надо 63. Поэтому давайте немножко прокачаем наш комбайн, чтобы им было проще проходить уровни. Так, переходим в гараж. Как я посмотрел, надо больше брони прокачивать. Потому что именно не хватает мне ее, меня все время сбивают. Ну и урон, чтобы нам поедать быстрее машинки. О, вообще косилка просто вращается. Мощняцкий. Скорость. О, можем еще и скорость улучшить. Или турбо. Нет, только скорость. Конечно же, давайте скорость еще улучшим. Ну все. Ну что, поехали, ребята. Мочить котика. И поедать машинки, конечно же. Ну, у нас классный комбайн, да? А какой скоростной, ну, какая скорость. Эй, он как-то не очень быстро кушает. Я думаю, он будет побыстрее. На, на. Блин, вот этого полицейского мы долго мочили. Так. Ух, какой-то, смотрите, бочка какой-то возит. Есть, скушали. А, я не знаю, мы скушали тот или не скушали. Нет, не скушали. Давайте мы подберемся поближе. Нет. Не подберемся, ребята, зато всю жизнь так потратим об эту пилу. Блин, потратили всю жизнь. Как я и говорил, что жизни не хватает. Все, дальше. О нет, что это? Что это? Какая-то решетка накрыла нас. Фу, выбрались. Ну что толку? У нас нету жизни. Ребята, нету жизни, пожалуйста, жизни. Есть! Мы взяли жизнь. Так, перепрыгиваем ямку. Будем поверху идти. Хотя, может, машинки снизу. Надо спускаться на низ в любом случае. Вы видите? Блин, он сбил мою машинку. Ах, негодяй, а. Фу, перепрыгнули ямку. Ну, давайте машинки. Мне надо больше машинок. Что это? Блин, они меня мочат. Ребята, они меня мочат. Нет. Есть, останавливаемся, пока есть возможность. Так. Кстати, я заметил, когда восстанавливаемся, немножко отнимают жетонов. Да отстань ты от меня, коп. О, моя машинка. Только чтобы ее не сбил никто. Есть, я ее взял. Так, там еще один был коп. Блин, у меня нету бомбочек. Дайте бомбочки. Мне чуть-чуть до жетончика, ребята, чуть-чуть. Нет, заканчивается уровень. Нет, 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 нет. Где вы? Есть! Просто в самый последний момент. В самый последний момент. Фу, повезло. Что, идем дальше. Вот так надо, ребята, проходить все уровни. Именно что по 3 жетона у нас было. Играем следующий. Так, что, поехали. Надеюсь, получится сейчас тоже 3 жетона взять. Было бы здорово. Но где полиция? Кто где? О, вижу гражданство. Его сбили. Моего гражданского сбили. Я должен был его скушать. Конечно, так ничего не насобираешь, никаких жетонов. Они специально сделали. О, еще один. Гражданский, еще один. Есть. Есть гражданский. Это двух сразу. Двух, так, бомбочку надо взять. О-оу. На тебе. На, получаем. Нет, все-таки бомбочку возьму, если я решил. Я возьму, хотя потратил больше, наверное. Так. Да что ты? Блин, они сейчас, мне точно жизни не хватит. Все, меня сбили. Так, устанавливаемся. Как вы поняли, не хватает. Самих именно брони самой не хватает, ребят. Нет. Хотел на нитро проскочить эту решетку, но не получилось. Давай, выбирайся, выбирайся.
Фу, последние секунды буквально мне оставались. Ай, там была машинка, не успел я сбить. Буквально чуть-чуть хотел. Блин, полиция. Какие-то ФБРовцы мощные. Нет, только не это. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Фу, есть, есть, есть. Я вылез. Отстаньте от меня, все отстаньте. Все, я хочу домой доехать. Уже плевать на жетоны эти. Ой, какая ямка была. Чтобы в нее не попался, ребятки. Что делать? Как вы проходите эти уровни, пишите в комментариях. Но игра интересная, чего. Сначала как-то мне не очень нравится, но потом втягиваешься. Просто чтобы не проходить по два раза ее. Чтобы сразу типа получалось жетоны собирать. Все. Ребята, у меня все полностью. Только нет, они. Только не последний, не последний. Фу. Я думал, уже перед самым финишем пропаду. Все, я хочу домой. Хочу домой, есть. Три жетона, ребята, так и надо проходить все уровни. Фу. Так, что мы уже можем, наверное, прокачать, что-то у нас 3900 рубинов. Не хватает 11 жетонов до этого босса. Конечно, обидно. Тут везде проходили по два. Давайте попробуем прокачаться. Так, у нас урон 5000 стоит. Скорость 2600. Турбо. Турбо 2500. Давайте турбо возьмем. О, вот это, смотрите, похоже на шотландские эти инструменты, на которых играют, да? Шотландцы. Такая у нас турбо. Хочу к боссу. Необходимо 63 жетона, как вы видите. Ну давайте дальше играть. Ну что, погнали. Ну, 3 жетона, думаю, вряд ли получится. Тут хоть бы выжить в этом уровне. Такие становятся сложные уровни. Полиции куча. Смотрите, с биомашинки мне практически вообще ничего не далось. Ну и в плане жетонов. Да ё-моё. 5 бомбочек, пока бомбочки не буду тратить. О, нет, решетка. Как эту решетку разбивать? Жми на экран. Ну я жму на экран. Что такое? Почему я? Не, прошел решетку. Так. Кто где? Никого нету. Полиции тоже нету. О, какой-то бензовозик или что это? Дайте 7 или не 7 этой жизни. Есть, всё. Полиция так мешает. Хотя, для этого она и сделана, чтобы мешать нам. Чтобы мы не могли пройти эти уровни. Буду бомбами посыпать. Посыпал, просто сверху бомбами никого не посыпал. Так, жизнь взял. Да ё-моё. Меня заморозку кинули, вот смотрите. Не заморозку, а типа электрошоком ударили. Ай, бомбу зря израсходовал. Бомбы надо тоже что уметь кидать. Так, вижу. Да, только появляются две машинки, как сразу меня... Опять они каким-то электрошоком ударили. Пол уровня пройдено, даже чуть больше половины. Ну, где гражданские? Гражданские. Да отстань ты. О, гражданские. Нет. Обидно, меня спихнули прямо в яму. Но у меня, смотри, 3 жетона уже, ребятки. Нет, я не хочу в эти клетки. Ой, класс, да? Я все пролетел, классно просто. Так бы там долго мучились бы мы, да, с этими. Ямка эта с колючками, потом вот тюрьма, фу. Уровень реально становится сложнее и сложнее. Я не знаю, как я умудрился взять в прошлый раз этих 3 жетончика. Реально халява просто какую-то. Отстань от меня.
Блин, сбил сколько, смотрите, у копа и двух гражданских где-то, да? А у меня только дали там буквально 1/4 жетона. Нет. Ха! Вы видели, что я сделал? На халяву, конечно же. Так мне не нравится в этих решетках тыкаться. Особенно, когда сверху начинает этот пресс с колючками на тебя падать. Вот он, вот он. Пожалуйста. Есть. Есть. Я выбрался. Жалко нету. Ой, мне и жизни жалко мало. Жалко нету бомбочек. Есть одна бомбочка. На, получаем. Перепрыгнем их лучше греха подальше. Я лучше буду гражданских кушать потихонечку и все. Блин, съели меня. Так, не слабо они у меня. Хотел сказать, не слабо отняли жетонов. Не, у меня 2 жетона осталось. В принципе, как было, так и осталось. Поэтому, я думаю, этот уровень можно заканчивать. Ну давай, давай, разбивай ты её. Да отстаньте вы от меня. Сейчас всю жизнь с вами потрачу. Фу. Все, надо улетать, наверное, от него. Ну, гражданка по дороге сидит. А, ё-моё. Так, ребята, у меня 3 жетона, поэтому надо сматываться. Вот, 2 этажа можно было поверху и понизу идти. Все, я решил так сделать. Фу, 3 жетона опять. Ну, почти мог и не пройти тут. Как видите, ребята, мы уже далековато отходим от босса. Если мы собирали бы жетоны по порядочку все, ну по 3 именно делали, то мы бы уже здесь с ним бы начали сражаться. Так, видите, 2 уровня уже прошли. Поэтому давайте я, наверное, вернусь вот сюда вот на первые уровни. Их попереигрываю. И насобираю этих, которые нам не хватает, 5 жетончиков. И уже в следующем видео у нас будет схватка с боссом. С боссом молния, так понимаю, зовут молния. Какой-то робокоп, молния или робополиция, это не знаю. В общем, подписывайтесь на мой канал. Никита ТВ Геймс всегда с вами. До скорого в следующем видео, ребятки. Пока.